Актер Никита Джигурда отреагировал на уход ведущего Бориса Корчевникова из ток-шоу «Прямой эфир». Артист считает, что это напрямую связано с тем, как шоумен вел себя по отношению к нему на одной из программ. «Я не сомневаюсь, что его увольняют именно из-за того выпуска прямого эфира. Корчевникову дали задачу спровоцировать меня на драку. В эфир не вошел момент, когда он грубо срывает с меня очки и кричит: „Пошел вон отсюда, это моя территория“. В итоге его, скорее всего, и уволили за неэтическое поведение, за то, что он так поступил с народным артистом Чеченской Республики. Редакторы нашли виноватого, предположил Джигурда в разговоре с корреспондентами. Он признался, что не держит зла на Корчевник. «Боря хороший парень, хоть и поступил со мной не очень красиво. Дело в том, что все возвращает. Есть энергетические потоки, которыми я владею. Если бы он остался на передаче, он бы продолжил губить свою душу. Я знаю, что он перенес серьезную операцию. И все-таки хорошо, что он уходит», – заключил Никита. Напомним, 8 февраля появились слухи, что Борис Корчевник покидает ток-шоу «Прямой эфир». Вместо него программу будет вести бывший возлюбленный Жанны Фриски Дмитрий Шепелев. Последний подтвердил это. Ну что, кажется, мои затянувшиеся каникулы подошли к концу. Встречайте, перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия», написал ведущий в микроблоге. Однако руководство канала эту информацию не подтвердило. Никакого решения еще не принято. Новый формат пока не обсуждался. Вполне может быть, что Корчевников и Шепелев будут вместе вести прямой эфир, пояснили в пресс-службе компании. Несколько недель назад в эфире ток-шоу между Джигурдой и Корчевниковым произошла потасовка. Пытаясь что-то объяснить зрителям, актер принялся размахивать руками. Ведущий, очевидно, расценил это как проявление агрессии. «Руки свои убрал? Убрал свои руки! Понял?» – выкрикнул Корчевников и несколько раз грубо оттолкнул Джигурду. «Бей!» – в ответ подставил щеку Никита. «Да даже руки я тебя марать не хочу!» – отмахнулся Борис. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!